город Пермь. Поздравляем ее с этим статусом. Все, молодцы. Сейчас вот. Давай, я букетик возьму. Давай. А вы Екатеринбург можете регистрировать? Весь Екатеринбург зарегистрирует, это нормально. Начните репетиции. Потом там идут у старших менеджеров уже с бриллиантиком каким-то там. С каким-то там. Камушком. Что ж такое? А директора еще золото получают? Я не знаю. Из космоса. Космическое золото. Все. Поздравляем вас. Желаем вам роста дальнейшего. Сейчас Ольга. Это тебе от меня? А это спонсор из Перми. Да. Мой лишник! Сейчас Ольга расскажет немножко о себе, почему она пришла в бизнес, ну и поделится своими результатами. Я благодарю всех сегодня, что вы уделили время, приехали на это замечательное мероприятие, что мы первый раз познакомились с лидерами нашей компании. Я в компании с ноября 2018 года. Мне замечательная женщина рассказала об этом. Это мой спонсор Наталья Степина. Я ее со Степина говорю. Вот. Ну, мне так нравится. Мы знакомы более 10 лет. Похожи. Похожи? Я думаю, мы с тобой сестры. Нас иногда в городе путают. К ней подходит Ольга, ко мне подходит Наталья. Так что ничего страшного. Занимаемся одним бизнесом. О продукте я узнала, что это. Замечательная компания. До этого мы с Натальей познакомились тоже в одной сетевой компании. Винолайт. Это были одни прокладки. Это был монопродукт. Они до сих пор есть? Сколько стоит, можно сказать? Да, ну и там более 200 рублей стоят эти прокладки. И когда Наталья мне рассказала, что здесь прокладки стоят 68 рублей, и компания-производитель, это очень важно, что имеет свою научную базу, это очень тоже важно, да? И прокладки стоят 68 рублей. И что линейка, 4000 наименований товара. Что каждый потребитель, а мы все с вами являемся потребителями, мы все найдем какую-то нишу любого товара. Вы со мной согласны? Конечно. Я люблю Greenleaf, мне нравится продукция. Я традиционный предприниматель, я не сетевик, но сетевой бизнес всегда присутствовал в моей жизни. Потому что только через сеть у нас приходят в нашу жизнь замечательные продукты. Вот. А так, с мужем чем мы только не занимались. Сейчас столярное производство, было агентство недвижимости, швейное производство. Но в сетевом бизнесе, я благодарна сетевому бизнесу, что только в сетевом бизнесе можно познакомиться с такими замечательными людьми разных профессий. Вы со мной согласны? Да. Я благодарна сегодня... судьбе, что в мою команду пришли такие... А только там вас еще увидим. Что такие замечательные люди в мою команду пришли. Приглашайте в Пермь, приедем. Карина, везде приедем. Будет тур по СНГ. Карина Служителева из Краснодара. Светлана. Светлана, ваша Красных замечательная команда, активная команда. Благодаря всем вам я сегодня менеджер. Я вас всех люблю. Поделитесь финансовым результатом, если не секрет. Считали, сколько всего заработали, дойдя до уровня менеджера? Считали общий доход? Ну, мой результат, когда я узнала о продукте, я сразу купила продукта максимально на 100 тысяч. Да? Открыла офис. В офисе у меня была представлена вся линейка, какая была на тот момент, на конец 2018 года. Я за полтора месяца отбила все свои вложения. То есть прокладки я продавала 220 рублей, как раньше они были. Продукция на тот момент у меня вновь пользовался памперсами, там бутылки не проливайте. То есть это мы все попробовали, это все я через себя. Как вот Илья сказал, что приходит новый продукт, вот этот продукт,
Я очень полюбила, когда у Натальи увидела. Это наша баловая продукция. Почему еще очень важно брать баловую продукцию? Берите, там такой уникальный продукт. Баловых. Баллы. Вот. Там швабры у нас есть. 12 баллов. Ну это защита от дневного света, защита от монитора, это глазки наши бережут. Можно поверх очков идти. Да, можно поверх. Так что изучайте наш продукт. Даже говорю, если бы в компании был один продукт, электролизная вода, я бы пошла туда. Были бы одни очки, можно тоже с одними очками делать бизнес. Были бы одни прокладки, можно тоже делать бизнес. Так что удачи вам всем, процветания и чтобы больших команд, амбициозных команд. Как у меня... Поздравляем! Сейчас мы хотим пригласить еще одного лидера уже вашего местного региона, Куницына Наталья. Поздравляем с закрытием квалификации менеджера. Так, куда вам прилеплять? Не промахнись. Ладно, а что такое? Все свои, правильно? Руки-то дрожат. Поздравляем вас. Роста. А что у нас тут, да, на путь? Я же айфон-то не взял. Ну, почище, да. Давай ты, тебя рука подлиннее. Не путайте команду и структуру. В структуру входят все на перечет. В команду только сильные натуры, кто делом этим дышит и живет. В моей команде на сегодняшний день 500 человек. Мы продали на это мероприятие 100 билетов. Сегодня Илья уже говорил о законе Паретто, это 80 на 20. То есть ровно 20% из моей структуры хотели быть на этом мероприятии. Но вот звезды расположились так, что чуть побольше 5% оказалось сейчас сидеть в этом зале. И это достойно аплодисментов. Девочки, мальчики, вот встаньте, моя команда. И однажды мне показали одну фишку, но, к сожалению, у меня сейчас нет времени, чтобы о ней рассказать. Но я обещаю, что я поделюсь. Некоторые из моих людей знают ее. Запишите куда-нибудь, что я дала слово, что... Вот, записываю. Отлично. И я из города Серова. Это небольшой город. Известен он только тем, что это родина Кости Дзю, великого боксера. Вот у меня сейчас мысль пришла. Виталий Бугров боксер, Костя Дзю боксер. Девочки, давайте подпишем Костю Дзю к нам, поэтому уже жрать имеревские коктейли. Ну, Серов, вы поняли меня, да? Потому что у боксеров, говорят, здесь прет. Не будешь подключаться? По образованию я учитель математики, но я практически всего лишь год отработала по своей специальности. Затем меня пригласили в управление образованием. Потом эта организация была мной закрыта. Рассказывать не буду, долгая история. Я пошла работать в милицию. И ушла я оттуда в 94-м году, и у меня есть погоны, я ушла в звании старший лейтенант.
Ничего себе. Так вот, как я сказала, что 5 лет у меня не было результата. Самый лучший результат у меня был за 3 месяца, я зарабатывала 1 000 000. Но это было давно и правда. Сюда я пришла из проекта, в котором я тоже была успешна. У меня была большая структура. Ну, поэтому, собственно, все так и получилось, потому что был опыт. Так как у меня время ограничено, я хочу вам подарить анекдот. А, да, прости, Юра, пожалуйста. Я еще хочу поблагодарить 2 людей, которые всегда помогают мне в организации работы сервисного центра. Это Оля Хаджиева и Юра Мустихин. Ребята, большое вам. Иванова же нету. Вы его будете использовать в своей работе? Ну, потому что больше у меня нет времени на то, чтобы что-то рассказать полезное. Не, можно сказать, мы думаю, еще есть что-то сегодня. Итак, не смогли, да, рассказать. Деревня. В деревне на одной улице живут 3 кота, черный, белый и рыжий. И вот в одно время кошки приносят котят. 10 белых, 10 черных и 20 рыжих. Ну, как-то непорядок, надо устранить пробелы, и принято решение пойти к рыжему и с ним договориться, как надо. Приходят и говорят: слушай, ну вот, все-таки мы тоже хотим, чтобы у нас там потомство было, ну, давай как-то немножко посдержаннее. Он говорит: все, ребята, не вопрос, все будет нормально. Проходит какое-то время, кошки снова приносят котят, 5 белых, 5 черных, остальные рыжие. Количество тоже, посчитайте, сколько там было. Ну, все, в общем, беспредел. Что делают? Устраивают ему черную. То есть они его хватают, завязывают в мешок, бросают куда-то там в подвал, закрывают на 10 амбарных замков и забывают про него. Проходит какое-то время, кошки приносят котят. Один белый, один черный, остальные. Что за фигня? Бегут туда, срывают все амбарные замки, проверяют, там дыры, не дыры. Там кот такой лежит, изнебождённый совсем, вот уже там при смерти такой. Они к нему: ты, сволочь, ты как это делаешь? Не знаю, структура работает. Я вас не знаю. Спросите вам того, в каком бы месте земного шара вы не находились, под какой бы пальмой вы не паляли, ваши структуры работали без вас самостоятельно. Всех люблю, целую, куницыны.